Привет, заходи. Привет. Так, вот, что смотри, у вас здесь вот происходит? Вот он опять играет, он прогулял урок и сидит целый день. Я не знаю уже, что с ним сделать. Это он... Он сидит в Майнкрафте и какой-то... Деньги выпрашивает на какой-то сервер или канал, я так и не поняла. Так, Катя, так, можно тебя, Катя, представить? Да. Да? Так, Катя, мы договорились, у нее есть брат, мы с ней знакомы уже. Такая ситуация, у нее есть брат, который, вон, смотрите, играет сейчас до сих пор. Уже он орет целый день. Попросила помочь, да, снять вот... Она не против, что я выложу ролик, вот. Да. Все, так. Вот, чё? Давай зайдем, посмотрим, потому что это уже не. Так, я переобулся, можно пройти, да? Если ты хочешь так же, как я, снимать ролики антикриминал-шоу, заработать миллионы просмотров, а также получить золотую и серебряную кнопку от YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Сержокрафт. У тебя будет практически опка на сервере Сержокрафт. Получи доступ ко всем регионам на сервере. Сделай себе префикс, прям как у меня. Или установи себе абсолютно любой префикс. Затем вырежи полдома гриферу. А еще ты сможешь превратиться в абсолютно любого моба на сервере. Например, стать огромным железным големом. А самое главное, ты сможешь вычесть реальный IP грифера с помощью команды SYN. Прописываем эту команду, и нам выдается настоящий IP-адрес грифера, с помощью которого можно его троллить или прийти к нему домой в реальной жизни. Напишите на весь сервер, чтобы они ломали дом грифера. Затем наблюдайте, как они разламывают его дом. Ну и наконец посадите грифера в тюрьму сервера Сержокрафт. Пусть подумает над своим поведением. Всю неделю до этого привилегия стоила 6000 рублей. Игроки меня чуть не убили за это. Поэтому сейчас здесь скидка 97% привилегии владелец сервера. Не упускайте возможность. Снимай ролики антигрифер-шоу и зарабатывай просмотры на YouTube. А самое крутое видео лайкну от имени своего канала. Дерзайте. Че у вас здесь? Иди сюда. Сколько раз я тебе говорила не трогать мои наушники? Ой. Отдай наушники. Иди своими делами занимайся. Так. Посмотри, к нам вообще-то люди пришли. Хватит играть уже. Кто ты такой? Иди отсюда. Так, ты ему ничего не рассказывал, да? Кто я, что? То есть ты вообще не знаешь, что я такой? А, он как раз в Майнкрафт, да. Вот. Вот, он играет тут целый день. То здесь, то за телевизором сидит, в эту же игру играет. Вообще просто долбал уже. Я тот, с кем мы с тобой были в скайпе. Ты там матерился. Матерился? Общем, так ты еще и материшься, так, я все так. Матери расскажу, да сколько можно? Ты у меня наушники отбираешь. Это мои наушники, не забывай, пожалуйста, сколько можно уже? И че? Так, ребят, ну, наверное, не ссорьтесь, не ссорьтесь, ну как же так, понимаешь? Он постоянно вот этим занимается, постоянно. Ему мать говорила уже, что не надо, вот... Я не могу, у меня нет слов просто уже. Так, ну, смотри, я пришел тебя, Катя попросила мне помочь, потому что ты кричишь, она говорит, вот мы с тобой уже снимали, ты матерился, я сейчас знаю, я прям специально, Кать, не против, да, я сейчас прям покажу специально, у меня есть ролик, смотри, сейчас я прибавлю, да, ты можешь ему тоже показать, давай, вот, давай, смотри, посмотрим, смотри, чем ты занимаешься. Смотрите, на. Владельцы уже через подкасты не пытаются защитить игроков, ты виноват. Да ты понимаешь, ты понимаешь, мне настолько пофиг, блядь! Это ты? Это не я вообще-то. Красиво, да, и посмотри, сейчас нахуй сетку. Это ты постоянно сидишь. Нет, даже голос не похожий. Это такие видео снимают, тобой... так ты играешь. Нет, это вообще не я. Ты просишь деньги, чтобы вот этим заниматься? Все, ты меня просто задолбал уже. Сама ты меня задолбала. Где твой диск? Я сейчас сломаю уже. Какой диск еще? С игрой. Так, Кать, стой, какой диск? Катя, что происходит? Катя, стой. Где ты? Иди сюда, я тебе сейчас сломаю диск твой. Какой еще диск? Хватит. Ломать будешь? Да, ломать. Я тебе уже сколько раз это говорил. Так, Катя, стой. Ну, так, подожди, что у вас происходит? Стой, это же... Да это мой диск. Вот ты, Катя, ну, ты... Вот, смотрите. Что? Давай. Стой, Кать, подожди. Это же, стой, это диск реально Майнкрафт, стой. Да, реально Майнкрафт. Ну стой, ну и ваше... И мы потратили на него кучу денег, ты будешь наказан, потому что стой, нельзя Кать, так себя вести. Ну стой, я снимаю, конечно, но ваша мама же деньги потратила, ну... Она меня поймет. Катя, ты что делаешь? Катя! Ты что сделал с этим диском? Катя! Ты заслуживаешь. Катя, я же это снимаю на видео, ты... Катя... Может быть, теперь ты поймешь, что не надо так себя вести, что нужно прислушиваться к старшим. Катя. Дура ты. Самая худшая сестра. Кать. Ну ты на эмоциях, ну... Кать. Ну это же диск был, он стоит 4000. Да. И... Он же от приставки как раз идет, или что? Да. Или это что был? Это... Можно я посмотрю? Да. Ну это же... Это же четвертое. Он 4000 стоит, Катя. Ну, я считаю, что он этого заслуживает. Постоянно. Вот это все происходит изо дня в день. От мамы не влетит? Мне нет. А тебе не жалко?
Слушай, ну... я просто в шоке. Ты на моих глазах игру, в которую я как бы играю сегодня, сломал. Мне очень больно. Может быть. Другие ребята посмотрят и как-то переосмыслят, что ли, свое существование. Ну, в туалете посидит немножечко, что. Так, ребят, я не знал, что такой исход событий будет. Так, сейчас... Не, а если что, можно? Вам диск уже не нужен? Нет. Ну, ладно, спроси сейчас, у него. Ладно, сейчас мы решим, что будем делать. Просто очень жалко. Вов. Кать. Вов, открой. Может, не надо с ним так жестко? Открой дверь. Может, не надо с ним так жестко? Вова. Что тебе надо? Диск отдай. Я дам. Диск отдай. Мой диск. Кать. Я всю маме расскажу. Кать. Какой диск? Что у вас происходит? Диск. Кать. Отдай мой диск. Иди отсюда. Я маме все расскажу. Иди. Ты посмотри. Так, Кать, ну может не надо с ним так жестко. Вот этот Майнкрафт, короче. Вот. Господи. Он доводит детей до сумасшествия, это ненормально. Он вкладывает туда деньги, орет целый день. Это нормально? Я не знаю, что сказать, у меня сердце обливается кровью. Катя, я не ожидал, что ты... Я это выложу, ты знаешь, да? Да. Можно же? Я с твоего позволения. Я могу тебе вот подарить его, показывать. А что ваша мама скажет? Я думаю, она будет только рада, потому что она сама постоянно с ним ругается и воюет на эту тему. Ладно, я тогда... Ладно, я решу, что с этим делать. Кать, в общем, я выложу это. Если что, пиши, звони, подумаем, что можешь сделать. Что, если с мамой проблемы будут, хорошо. То не знаю, ну, решим, да? Да. Я не знал, что так все выйдет. Спасибо за то, что пригласила. Я не знал, что ты... Ну, жалко, конечно. Все, ладно, проводишь меня тогда, да? Да. И, да. Ну, с Вовой, может, как-то не так жестко. Майнкрафт. Я реально постарался все это восстановить. Собрал, так скажем, ребус из осколков диска Майнкрафта. Сами смотрите, Майнкрафт PS4. Ребята, это настоящий диск на PS4. Настоящий диск. Вот, коробочка от него. Я специально аккуратно все это держу, чтобы все это не развалилось. Я сначала думал, может быть, что-то это не настоящее. Но это реально настоящий диск. Настоящий Майнкрафт. Он реально дорого стоит. Это... Вот он, это диск, я... Вот, и это все, что от него осталось, от диска на приставку, на PS4. Катя, что ты наделала? Ой, ребята, ставьте огромный лайк, если вам реально жалко этот диск Майнкрафт, реально жалко. Я не думал, что так все произойдет. Мне очень его жалко. Ребята, ставьте лайк, если вам тоже жалко, потому что Криперу тоже жалко. Нам всем реально очень жалко. Я не знаю, что по этому поводу сказать. Катя, я тебя не буду судить, но ну, мне неприятно, что так сделал. Мне жалко очень этот диск. Я, вот видите, уже сам нахожусь на самом деле на сервере. Я буду продолжать искать гриферов, банить их, кикать. И хочу вам сказать, чтобы вы тоже заходили на сервер Майнкрафте. Слушайте, я уже 100 раз говорил, что я здесь раздаю админки бесплатные. И не только я лично раздаю. Посмотрите, вот сзади меня тип, видите, у него написано «Кликни по мне», видите, по NPC. И админка, смотрите, если мы возьмем и просто по нему вот так вот как-нибудь вот постараемся по нему. Где этот чувак? Где? Меня вытолкнули. Посмотрите, меня вытолкнули. Вот. По нему, смотрите, кликаем, мне не дают. О, все! То мы получаем бесплатный донат. Короче, это ну, реально так. Заходим здесь и получаем бесплатный донат. IP в описании ролика. Не теряем времени, ребят. Я это уже 1000 раз говорил. IP в описании ролика. Все. Я очень часто сам играю на сервере, на самом деле. Я очень часто, вы сами это видите. Сами знаете, что я здесь, и часто я общаюсь с ребятами. Вот. Это по поводу сервера. IP в описании ролика, заходите. Я дальше буду постить, все, показывать. В общем, все сами увидите. Я не знаю, мне жалко этот диск. Я не знаю, что я с ним буду делать, но я его никогда не выброшу. Все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и заходите, самое главное, на сервер. На сервер! Все, всех там жду. Все.